Настоящий праздник лета прошел во дворе дома на Ливаново во второй раз по проекту «Улгутос. Каникулы вместе». Участниками мероприятия стали как взрослые, так и дети. Для маленьких жителей команда студентов «Улгу» организовала спортивные и творческие площадки. Не забыли про родителей. Для старшего поколения провели лекцию о мошенничестве. И хотя проект заработал только с июля, он уже получил положительные отзывы от ульяновцев. Очень положительный отклик. У нас как бы есть список ТОСов, в которые мы должны приехать, но благодаря отклику положительному у нас приходят заявки, мы другие ТОСы посещаем. Всем очень интересно и всегда нас ждут, готовы, чтобы еще раз приедем к ним. Помимо развлекательных конкурсов, для ребят подготовили образовательные площадки, на которых студенты поделились своими знаниями в игровой форме и рассказали об университете. Пока детвора помладше была занята с аниматорами, ребят постарше знакомили со спилс-картой Российской Федерации, учили работать с реактивами. Образовательные площадки пришлись детворе по нраву. Капайте на свою тряпочку. Ну, капай, капай. Какой цвет получился? Синенький, да? Смотри. Потому что у нас получается щелочная среда. Ну, я успела вон там опыты сделать. Нам помогали, нам говорили, что делать, мы сами это все делали. Да, ну, молоко нам налили. В ближайшее время к студентам университета присоединятся волонтеры ТОСов, чтобы охватить как можно больше площадок. Проект будет работать весь август, а также осенью и зимой во время школьных каникул. Алина Тихонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.